Сегодня весь мир отмечает День авиации и космонавтики, памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Накануне мы побывали в подмосковном звездном городке, где первый космонавт, советский летчик Юра Гагарин, проходил подготовку к своему главному подвигу – открытию космоса для человечества. Здесь до сих пор живет супруга первооткрывателя космоса. Здесь находится музей его памяти, в котором бережно хранят все, что связано с именем великого русского летчика-испытателя. Дело все в том, что космонавтика – это совершенно новое открытие, я вам скажу честно. Кто там побывал в космосе, он возвращается на Землю другим человеком. Отбор кандидатов в космонавты осуществлялся специальной группой Центрального военно-научно-исследовательского авиационного госпиталя. И психологи обратили внимание на такие особенности характера кандидата Гагарина, как воля к победе и дух соревнования. В спортивных играх он занимал место инициатора, вожака, выделялся среди товарищей широким объемом активного внимания, сообразительностью, быстрой реакцией. К тому же не стеснялся отстаивать точку зрения, которую считал правильной, что особенно приглянулось руководителю советской космической программы Сергею Королеву. Выходишь и все, ты один со стихией. И перед тобой вот Земля, пространство, проявляется и характер, и сильные, и слабые стороны человека. Я частенько у Юры, там, не только у Юры, у других тоже, но и у Юры проверял готовность парашюта. Он мне доверяет свою жизнь, а я ему доверяю свою жизнь, он смотрит мой купол. Понимаете, вот такие были взаимоотношения. Поэтому мы друг друга знали, сразу после этой командировки друг друга очень хорошо знали. В музее Гагарина особо трепетное отношение у его сотрудников к кабинету Юрия Алексеевича. Раньше рабочий кабинет космонавта номер один находился на служебной территории звездного городка, а после его гибели все экспонаты, включая мебель, перенесли в один из залов дома космонавтов. Расположили их точно в таком же порядке, как и прежде. На небольшом круглом столике рядом с большим столом Гагарина стоит светло-коричневый глобус Луны. Не секрет, что Юрий Гагарин мечтал слетать на Луну и готовился к этому увлекательному путешествию, поэтому изучал удивительную науку – селенографию, науку о спутнике Земли. Первым для выполнения космического полета назначить старшего лейтенанта Гагарина Юрия Алексеевича, запасным пилотом назначить Титова Германа Степановича. Но если мечтам о Луне так и не суждено было сбыться, то остальные планы амбициозного летчика исполнились с лихвой. Конечно, полет в космос – это было впервые для всех, и какие-то ошибки были неизбежны. Но никто не мог позволить себе тогда даже мысли о том, что первыми в космосе могут быть американцы. Все очень спешили, чтобы обеспечить полет вовремя. Во время полета произошло 11 нештатных ситуаций различной степени сложности. Например, в день перед вывозом ракеты-носителя на стартовый стол при взвешивании Гагарина в скафандре с креслом обнаружился перевес в 14 килограммов. Тогда в срочном порядке в течение одной ночи были разобраны и проведены работы по облегчению космического корабля, которые в частности включали в себя обрезку ряда кабелей, что впоследствии и привело к ряду нештатных ситуаций во время полета. Здравствуйте, мои милые, горячо любимые Валечка, Леночка и Галочка. Решил вот вам написать несколько строк. Сегодня правительственная комиссия решила послать меня в космос первым. Знаешь, дорогая Валюша, как я рад. Хочу, чтобы и вы были рады вместе со мной. Через день я должен стартовать. Если что случится, то прошу вас. И в первую очередь тебя, Валюша. Не убивайся с горя. Кетр, я заря один. Зажигание. Понял, остается зажигание. Свист и все нарастающий гул. Почувствовал, как гигантский космический корабль задрожал всем своим корпусом. На орбите Гагарин провел простейшие эксперименты. Пил, ел, делал записи карандашом. Положив карандаш рядом с собой, он случайно обнаружил, что тот моментально начал уплывать. Из этого Гагарин сделал вывод, что карандаши и прочие предметы в космосе лучше привязывать. Все свои ощущения и наблюдения он записывал на бортовой магнитофон. Это место, где происходит качество музыки, наверное, тонкая настройка инструментов. Мы побывали в центре подготовки космонавтов, где нам рассказали о тонкостях такого сложнейшего процесса, как отправка человека в космос. К
космическом полете человек подвергается суровым испытаниям, встречается с такими ситуациями, когда необходимо предельное напряжение духовных и физических сил, умение хорошо переносить интенсивные нагрузки. На организм человека в космическом полете воздействуют специфические, непривычные для человека условия, оказывающие огромное влияние на его психику и, соответственно, на работоспособность. Чтобы надежно управлять техникой, умело ее применять в сложной и своеобразной обстановке космического полета, нужны не только хорошие знания, навыки и умения, но необходима моральная, духовная стойкость космонавта. Интересная деталь. Перед тем, как запустить механизмы ракеты, пилот должен был решить логическую задачу. Без правильного ответа техника не давала управлять собой. Это была страховка со стороны организаторов полетов на случай нервного срыва космонавтов. Участие СССР в космической гонке привело к тому, что при создании корабля «Восток» был выбран ряд неоптимальных, но зато простых и быстро осуществимых решений. Некоторые компоненты создать вовремя не успели. В результате пришлось отказаться от системы аварийного спасения на старте и системы мягкой посадки корабля. Кроме того, из конструкции строящегося корабля «Восток-1» была убрана дублирующая тормозная установка. Приземлился первый космонавт планеты, к счастью, удачно, хотя и в нерасчетном районе. Перелет составил около 600 километров. Садился Гагарин не на одном парашюте, как было предусмотрено, а на двух. Запасной самопроизвольно выпал из ранца и затем раскрылся во время спуска. Кстати, сама посадка могла произойти и не на сушу, а в реку Волга. Только сброс неприкосновенного запаса весом 30 килограммов помог Гагарину выйти на нужную траекторию. Это был довольно-таки короткий промежуток времени, в течение которого я, по-моему, вел себя совершенно спокойно, не нервничал. Да что наши ученые могут подтвердить по объективным данным, которые у них получены? The brief period of time I did spend in the spaceship before the actual takeoff, I think I spent in a quite normal condition, and I think the scientists who were in charge of the flight will confirm this by producing the records, the objective records they have of my pulse count and so on. Тем более, что повода такого, чтобы волноваться и нервничать, такого повода в это время совершенно не было, как и в течение всего космического полета. Гагарин приземлился в районе села Смеловка. Поисковые службы обнаружили его всего спустя час. По завершению полета первому побывавшему в космосе человеку было присвоено звание майора. В Москве героя ждала торжественная встреча, правда, первоначально она не планировалась, инициировал ее лично Никита Хрущев. Гагарину были присвоены звания Герой Советского Союза и летчик-космонавт СССР. После торжественной встречи первый космонавт побывал на пресс-конференции с иностранными журналистами. Позднее Юрий Гагарин совершил сотни зарубежных поездок, рассказывая людям по всему миру о том, как это было побывать первым в космосе. Мои самые большие планы, самые заветные мечта – это еще раз, а если позволит, и здоровье, и, так сказать, мои способности, деловые качества. И не раз побывать в космическом пространстве, слетать туда, посмотреть побольше, слетать на другие планеты. Но я, конечно, понимаю, что до тех пор, пока мои друзья туда не слетают, меня не пустят. Но когда подойдет моя очередь, очевидно, я с большим удовольствием слетаю еще раз. Юрий Гагарин ушел из жизни в возрасте 34 лет. Последний полет Гагарина, совершенный вместе с Серегиным 27 марта 1968 года, закончился трагически. Причиной гибели Гагарина и Серегина по официальной версии стал резкий маневр уклонения от шар-зонда. Позднее, в результате рассекречивания документов Следственной комиссии, выяснилось, что в зоне тренировочных полетов космонавтов несанкционированно оказался самолет Су-15, который на форсаже ушел на свой эшелон. Пройдя в облаках на расстоянии 10-15 метров от самолета Гагарина и Серегина, истребитель, шедший на скорости сверхзвука, возмущенным потоком вогнал их самолет в спираль, выйти из которой летчики не успели. В связи с гибелью Гагарина в Советском Союзе был объявлен общенациональный траур. Впервые в истории СССР в память о человеке, не являвшемся главой государства.